Старший из братьев Иван, ему 18 лет. За фортепиано он с детства играть мальчика научил отец, известный пианист Алексей Григорьев. Иван – обладатель гран-при нескольких престижных музыкальных конкурсов, а в 2018 году он стал первым российским музыкантом, выигравшим классическое Евровидение. И еще несколько лет выступает вместе с братьями, иногда к ним присоединяется мама – скрипачка Мария Бессонова. Семейные концерты стали уже традицией. И сложности были, конечно, определенные, и определенные победы. Поэтому, ну, на самом деле, именно игра с братьями, лично у меня, это всегда очень-очень большой заряд позитивной энергии, очень большой праздник всегда для меня и, надеюсь, для них тоже. Брат Ивана, Данила, пошел по стопам мамы. Он скрипач. Инструмент начал осваивать в 4 года. Еще один скрипач в семье Бессоновых – Никита. Ему 13 лет. Выступать с братьями начал с раннего детства. Сольные партии стал исполнять 8 лет, а в 11 вышел в финал престижного всероссийского конкурса «Синяя птица». Своим любимым композитором считает Клода Дебюсси. Винявского я очень люблю, хотя это очень сложно, вот, во всяком случае для меня, потому что я еще не все умею, ну вот. Ну, вообще много хороших композиторов, также Рахманинов, хоть он больше и фортепианный. Концерт братьев-музыкантов прошел в рамках Танеевских музыкальных вечеров. Продолжатся они в эту субботу. На сцене областной филармонии выступит мастер игры на армянском дудуке с камерным ансамблем солисты Рязани.